Для этих ребят уголовная право и криминалистика не слова из сериала, а темы уроков. В 31-й школе функционируют классы правовой направленности, которые тесно сотрудничают со Следственным комитетом. Однако лучше теории может быть только практика. Встреча с настоящим подполковником милиции в рамках проекта «Школа активного гражданина». Такие встречи, ну, на мой взгляд, очень важны. Подобного ракурса встречи первое. Вносят позитив именно в их жизненный опыт. Они получают новую информацию в таком формате, который не характерен для образования. В начале встречи старшеклассники вместе с гостем вспоминают события Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяют и значимости малой родины в жизни белоруса. Для начальника следственно-экспертного факультета Академии МВД это особенно важная тема. Встреча прошла в рамках формата 100 вопросов ко взрослому. Учащиеся смогли задать нашему гостю вопросы личного характера, также вопросы в рамках празднования 9 мая. Сам спикер не остается в стороне и тоже задает школьникам вопросы. Выбор будущей профессии, хобби и жизненные приоритеты. Простые, но важные темы. Нам было интересно, каков он именно в жизни как человек, а не как чей-то учитель или работник. Вот. Я очень довольна была встречей, так как я узнала очень много нового. Также я не встречала никогда настолько сильного патриота Беларуси. Я сам собираюсь поступать в Академию МВД, наследственно-экспертный факультет. Я загорелся этим желанием после того, как я побывал на дне открытых дверей в Следственном комитете. В заключении встречи Роман Скачок приглашает всех присутствующих на экскурсию в Академию МВД. Хотя набор девушек пока не проводится, выпускники юридических факультетов имеют все шансы стать следователями. Карина Гуревич, Максим Галионко, Бобруйск, 360.